Ты все еще здесь? Ну да. Все еще ссоритесь? Не твое дело. Забудь об этом. Скажи, ты не был недавно на ферме Лоберта? Может быть. А что? Ох, ничего такого. Я просто хотел поговорить с Вино о его винокурне. Вино мертв. О боже. Ужас-то какой. Как твоя ферма? Это все невыносимо. Неожиданно появились эти парни в черных рясах и расположились на дороге и на моей ферме. Они долго беседовали о чем-то с Вино, а затем скрылись вместе с ним. Вскоре после этого моя жена опять тяжело заболела. Она почти не встает с постели. С ней часто бывает такое. Все пошло наперекосяк. Какие у них дела с Вино? Они не сказали. Они просто увели его с собой. Куда они потащили Вино? Они пошли вверх на этот холм. Что с тобой? Черт, убей их! Иначе они убьют меня! Ну подожди. Принадлежит нам. Тебе не спасти его, маг. Вот он. Он мертв. О, Инос, надеюсь, весь этот кошмар скоро закончится. Ты сам не свой. Моя голова. Я не могу больше выносить это. Ты должен сходить в монастырь. Пирокар, высший маг огня, сможет помочь тебе. Ты думаешь? Хорошо. Я попытаюсь. Вино не вернется. Они свели его с ума. О, Инос, надеюсь, весь этот кошмар скоро закончится. Как ты? Да-да, все уже хорошо. Я думаю, парни смогут помочь мне. Но я все еще чувствую себя довольно паршиво. Но должен признать, их вино лучше из того, что я пробовал. Это абсолютно очевидно.